Это пепелище – все, что осталось от дома номер 4 по первому проезду Карла Маркса. Быстро распространяющееся пламя уничтожило не только домовладение и хозяйственные постройки. В результате пожара погибло 3 человека. Предположительно, это 2 мужчин и 1 женщина, личность которых и причина смерти на данный момент устанавливается. Если причину этого пожара, который уничтожил более 600 квадратных метров, а главное унес человеческие жизни, предстоит установить, то из-за чего горела квартира по улице Борисова, пожарные определили сразу. На кухне внутри квартиры произошло возгорание. В результате пожара кухня выгорела на площади 9 квадратных метров. Причиной пожара в данном случае послужило неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. Быстро приехавшим спасателям удалось локализовать огонь и не допустить его распространения в многоквартирном доме. К счастью, это происшествие обошлось без жертв. По статистике, причиной возгорания жилых помещений на первом месте является сам человек, его нежелание соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности. И уже только на втором и третьем месте неисправное электрооборудование, бытовой газ. Фраза «Будьте осторожны с огнем» в зимний период времени имеет еще большую силу. Неистовое тепло, которое люди хотят устроить в своем жилье, все чаще заканчивается пожаром. Дарья Линск, Андрей Капустин. Информационная программа «День».